Всем привет! Извиняюсь за брак. Видео в начале записи немножко подлагало. Не так давно на очередном стриме делать было нечего и решил открыть немного лутбоксов на 3000 монет и поточить талисмана Дэна, без всякой надежды на удачный исход. Но что из этого получилось, смотрите сами. Дэн, восьмой благой. А, тут 10 таликов от Дэна дают. Сто шестьдесят четыре, это чё? 1640 таликов от Дэна? Прошерстил все. Нет, там пусто, я тогда. Последний раз, когда монеты стрянул, собирал, там ничего нету. Хочешь начать играть? Или просто поддержать канал? Лучшая поддержка стримера – это регистрация нового аккаунта по реферальной ссылке. Создавай новый аккаунт и получай крутые подарки, куб помощи партнера на 30 дней и многое другое. Ссылка в описании. Закончился наш салат. Так. А тут очков-то ни хера, что и не получилось. Власть.
10%. Но снова в 10 вряд ли мы попадем. И сюда. Ну это бред какой-то, блин. В 10%. Ну да, там была небольшая серия сломов, но. Это дичь какая-то. Сайпад не верит. Ну, 2-1 в 1 так же. Мейнстоп плачет. Да, ну это жесть. Просто ни с чего, грубо говоря, с 3000 монет. Тут сколько процентов? Также 10. Ну, тут очевидно. И готов. 5 рублей. Ну так-то да, по факту. Бля, кто бы сказал бы, что на 3000 монет что-то получится. Я бы, наверное, в лицо бы плюнул.